Так, дорогие друзья, мы с вами написали публичный профиль, и вообще работа с юзером – это то, что вам пригодится в любое время, в любом сайте. Мы только начали работать. Возможно, надо было немножко с другого начинать, но начали с этого, потому что это проще, чтобы понять в первую очередь принцип. А принцип какой? Лет семь назад, тогда писали кастомные модели, в общем, городили разные ерунды. Сегодня все используется намного проще. Мы просто будем расширять модель юзера и более ничего. По сути дела, мы залезли в исходный код и еще раз посмотрели, что один к одному – это то же самое foreign key, то есть многие к одному. Единственное, что извлекает постоянно один объект. Иными словами, все получается банально просто. У Django есть модель, которая имеет определенные поля: юзернейм, пароль, email, имя, фамилию. Все остальное мы пишем сами. И по сути дела мы будем расширять свою модель всего лишь в первую очередь полями, а с другой стороны все можно написать при помощи обычных функций, обычных методов. Почему? Потому что модель Django — это обычный класс Python, который прекрасно поддерживает методы, и будем работать. И дальше будем во Vue писать также функции и классы для того, чтобы использовать эту модель. Все. Но постоянно мы будем ссылаться на что? На основную модель юзер. Вот это я и хотел, чтобы вы поняли абсолютно с первых шагов. И у нас получается банально простая картина. Ключ словаря, обращение к юзернейм, и дальше уже идет обращение к модели. Почему? Потому что, допустим, в данном случае юзер — это и есть наша модель. Но в уроке все подробно, сейчас просто показал и рассказал, так как это обзор. В общем-то, могу успокоить, что точно разберетесь, потому что на данный момент все банально и просто. Надо один раз понять, и потом пишите сколь угодно сложные вещи. Уроки вы найдете на SPB, заходите, нажимаете Django, или здесь по-другому будут называться уроки. В любом случае ищите Django. Пишем сайт, нажимаете, и сейчас работаем с профилем. И далее пойдем дальше. Все, спасибо за доверие, все получится.